Я рада вновь сказать всем телезрителям 9 канала «Доброе утро». Свою работу в эфире продолжает программа «Новый день». Напомню, сегодня среда, 27 февраля. Как говорят специалисты, среди всех органов чувств особое место занимают глаза. Если принять за 100% информацию, которую мы воспринимаем с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса, то на долю зрения придется 80%. Недаром говорится, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Именно поэтому я прошу вас сейчас внимательно посмотреть и, конечно, послушать интервью с гостем нашей студии. Программа «Новый день» продолжает интервью на актуальную тему. Сегодня мы хотим поговорить об информации, которая хранится в нашем личном домашнем компьютере. Понятно, что она для нас бесценна. Ведь это и семейные фотографии, любимые фильмы и музыка, важные документы. И если по каким-либо причинам эта информация бесследно исчезнет, это будет немалая потеря. Чтобы этого не случилось, есть простой и надежный выход – копирование. Когда с одной копией что-то случится, документ всегда можно восстановить с другой. Но копировать важные данные вручную не всегда удобно. Существует ли другой вариант? Узнаем у нашего гостя, начальника отдела маркетинга интернет-услуг компании Basic Ben Lumi, Юваля Гура. Доброе утро, Юваль. Доброе утро, Светлана, Лах, Велософи. Я приветствую вас. Хотелось бы услышать ваши рекомендации по поводу резервного копирования. Во-первых, сегодня утром вы обсуждаете очень важную тему. Мы часто слышим о наших клиентов, мы делали опросы, и мы знаем, что всего лишь 5% наших клиентов копируют информацию. Мы должны убедить израильтян, чтобы не говорили, что со мной этого не произойдет. Если бы я сохранил резервную копию, вы должны понимать, что это может произойти со всеми. 30% наших клиентов рассказывали, что в последнее время потеряли файл или фотографии, или что-то, которое очень для них важно. И в последнее время наши воспоминания находятся в цифровом формате. Это фотографии, видео или какие-то личные вещи, связанные с учебой, например. Все эти вещи сегодня очень важно сохранять и копировать простым способом. Принятые средства, о которых мы слышали от наших клиентов, то, что они нам рассказывают, они говорят, мы все еще копируем традиционными средствами. То есть мы копируем на диски, на дисконки, на внешний хард-диск. Те средства, которые тоже ограничены. Технология продвигается, и мы можем пользоваться гораздо более удобными средствами. В чем преимущество копирования у вас? Есть несколько преимуществ. Сейчас мы обо всем расскажем. Основное – это автоматическое копирование. Не нужно постоянно заниматься копированием. Если у вас есть внешний хард-диск, дисконки, каждый раз, когда вам это нужно, например, у вас новые фотографии в компьютере, нужно активно копировать это физически. Услуги Private Backup Basic Ben Lumi – все это делается автоматически. Как это происходит? Присоединяйтесь к этой услуге, у вас есть линк для того, чтобы скачать простую программу в течение 3 шагов. За 3 шага вы устанавливаете свою компанию и делаете папки, которые вам важны. Например, мне важна папка моей фотографии. Я ее обозначаю. С этого момента все мои фотографии автоматически копируются. Сейчас уже скоро будет Пурим, мы фотографируем наших детей. После этого мы фотографии переносим в компьютер. В тот момент, когда я перенес фотографии в компьютер, папку мои фотографии, автоматически копируются. То есть, в первую очередь, очень просто. Вы знаете, что все вещи сохранились. Какой объем вы принимаете? Ведь фотографий много. Есть несколько видов. Я хочу еще несколько слов посвятить преимуществам нашей программы. Первым мы сказали автоматическое копирование. Второе – это безопасность. Настоящая безопасность того, что все сохранено на серверах, есть поддержка и копирование на всех самых безопасных уровнях. Например, дисконки может сломаться, или внешний хард-диск может сломаться, может что-то случиться, и вы думали, что ваши фотографии сохранены, а на самом деле это не так. Например, может произойти, не дай бог, пожар или еще что-то, тогда все ваши цифровые воспоминания исчезают. Ваш сервер кто-то взломает? Какую гарантию вы даете?
Отлично. Для этого мы очень крупная компания, провайдер интернета номер один в Израиле. Мы можем делать три поддержки. Есть трехстепенная поддержка, трехстепенная безопасность. Клиент может быть уверен, что его воспоминания и его жизнь в дигитальном, в цифровом виде сохранены. Кроме того, клиенты могут, например, заходить в свою папку с любого места. Например, когда у вас это сохранено на дисконке или, например, на внешнем хард-диске, вы это можете сделать только из дома. Когда вы находитесь за границей на лекции в университете, я могу из своего телефона, смартфона, другого компьютера зайти в свою папку и посмотреть, и взять, или скопировать все свои файлы. У нас есть аппликация для iPad, для iPhone. Все это очень удобно, легко и просто. Есть еще один аспект. Мы позволяем нашим клиентам, несмотря на то, что все это очень просто, мы построили их очень дружелюбно, наши клиенты, некоторые клиенты нуждаются в нашей помощи и поддержке. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю наша техническая поддержка предоставляется всем нашим клиентам. Более того, в качестве поддержки, обслуживания клиентов, в тот момент, когда, не дай бог, что-то произошло, клиенту есть к кому обратиться. Вы сохранили резервные копии в другом варианте, который бесплатный. Есть такие варианты. Но не в компании такая, как наша. Мы всегда можем вам помочь. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вам нужно установить вашу информацию, мы вам поможем. Огромное спасибо. Сделали выводы, что это удобно и безопасно. Спасибо. Я хочу напомнить вам, что в студии нашей был Юваль Гур, начальник отдела маркетинга и интернет-услуг компании Bezeq Ben Lumi. Мы прощаемся с нашим гостем. Ну а программа «Новый день» продолжается.